Бывшего главного врача Хасынской районной больницы подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате. Сотрудники следственного управления возбудили сразу два уголовных дела. По версии работников ведомства, мужчина проживал в съемной квартире в поселке Палатка и оплачивал ее из средств больницы. В результате указанных действий учреждению здравоохранения причинен ущерб на общую сумму 360 тысяч рублей. Кроме того, мужчина в 2017 году сделал ремонт в указанной квартире, оплатив его стоимость также за счет средств больницы, совершив таким образом растрату на сумму более 44 тысяч рублей. Уголовные дела возбудили на основании материалов, собранных Управлением экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Магаданской области. Сейчас по этим делам проводят следственные и процессуальные действия, которые направлены на сбор и закрепление доказательств.